Здравствуйте, меня зовут Джамиля, мне 19 лет, я приехала из России. Я учусь в Турции в городе Чорум, в университете Хитит под названием. Здесь я первый год, но я всем очень довольна. Я, конечно, боялась перед приездом сюда. Я боялась, какие здесь люди, как меня примут одногруппники, как примут учителя, как я буду учиться здесь. Но я это все преодолела с помощью учителей, с помощью друзей. Турки, они очень хорошие. Они во всех проблемах, во всем они помогают, поддерживают. У меня не было никаких проблем. Турецкий язык мне помогли и учителя, и друзья. Университет очень хороший. Образование тоже на высоком уровне. Если честно, я всем советую и университет, и город, и Турцию, как достойный город, как достойную страну образования. За первый год я узнала много чего. Я думала, что люди здесь холодные, но на самом деле оказалось, что они очень теплые, очень любят добро, очень любят гостей, помогают во всем. Я со всем справилась благодаря им.